Вот еще один ответственный экзамен автомобиля ВАЗ-2108. Испытание на удар. Целью этих испытаний является защита водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Особое внимание обращается на смещение рулевого колеса, сидений, панели приборов, функцию ремней безопасности и замков дверей. Внимание! 5, 4, 3, 2, 1, пошел! Испытания, имитирующие дорожно-транспортные происшествия, дали уверенность, что кузов автомобиля обеспечивает хорошую пассивную безопасность.